Кипит работа, царит веселая суета. В офисе партии «Единая Россия» растут стопки внушительных коробок, а внутри них приятное и вкусное послание салаватцам почтенного возраста. Предприниматели города совместно с администрацией и местным отделением партии «Единая Россия» проводят масштабную акцию помощи в непростой период пандемии. Ассоциация является проводником среди предпринимателей, поэтому я могу озвучить тех предпринимателей, непосредственно которые участие приняли. Это общество с ограниченной ответственностью «Аэромед» Хакимов Рафаэль Шакирович, «Новое поколение» Канафьев, ООО «Каскад» Сергей Лукьянов, и индивидуальный предприниматель Элина Овсянникова, молодой предприниматель, но уже вот понимает, что нужно делать и как делать, и индивидуальный предприниматель Зулькарнаев Рустам. Но самое главное, что это участие и все эти продукты питания были предоставлены и скомплектованы при участии других предпринимателей. Это ООО «Гастроном», город Салават, под торговой маркой «Кормилица». Я выражаю им глубочайшую благодарность за всю эту помощь. В доставке задействована служба «Гонец». Списки получателей адресатов формировались в администрации города. В подарочных наборах различные крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко и другие продукты. Подобное начинание не первое. Это лишь часть большой работы, которая ведется в этом направлении и которая, несомненно, не завершается. Мы и дальше будем продолжать нашу, скажем так, помощь целевую нашим гражданам, которые нуждаются в основных продуктах питания, ну и в другой помощи. И вот приятные рейды по адресам. Удивленные получатели слегка растеряны и, конечно, обрадованы неожиданными подарками. Что и говорить, это практически новогодние сюрпризы. Невольная приятная аналогия с детством. Так вот, пожалуйста, это у нас доставка продуктов. Ага. Вот это вам небольшой презент к новогодним праздникам. Чтобы это миллиард болит, пусть далеко-далеко уходит, полагаем, чтобы вы не болели и с этой болезнью. Простое пожелание здоровья – одно из главных пожеланий, которые раздаются сегодня с обеих сторон. Актуальное и оттого особенно искреннее. Вас поздравляем и с наступающим днем рождения, самым главным праздником, с Новым годом. Вам крепкого здоровья. Спасибо. Вот, здоровья, чтобы хватило еще на долгие годы жизни. Вот, и поэтому вот вам небольшой презент с наступающим Новым годом, доставка спасибо. Продуктов. Спасибо. Дай Бог вам здоровья, не болейте никогда. Ни ваши родные, ни дети, ни родители, ни родня, никто. Чтобы у вас было всегда благополучно. И каждый год встречали только весело, радостно, чтобы были живы, здоровы. Акция цена тем, что ее адресаты получают не только практичные подарки, но и так необходимые им внимание и теплоту. Зульфия Сургулова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».